Всем привет. И теперь я отвечаю на вопросы. Только один человек написал вопросы, и я сейчас буду отвечать. Первый вопрос. Почему я решил создать канал? Я просто на разбор, мне просто нечем было делать. Почему именно гача? Это второй вопрос. Я как занимаюсь, то есть играю в гачу где-то 3 года. И как его, я решила снимать, я выбрала это. И третий вопрос, какое у меня хобби? У меня хобби рисование.